Так, вот пробег склизов снегохода ВОЛС-200. Вот 18 года выпуска. 17 года выпуска, то есть. Так. Вот как съедает склиз. Спереди не очень много, но сзади вот под самую, почти под самый упор тележки. Вот толщина. Вот как износ какой-то. Короче, где сидит снегоходчик сзади, вся нагрузка идет назад. Это если один едет, а если вдвоем, то они, наверное, все будут стерлись моментом. Это пока один я ездил все время. Вот сейчас буду пробовать что-нибудь сделать. В интернете посмотрел, склизы только есть в Новосибирске. И то не на всех базах, там в одна фирма в Новосибирске продает по 200. И то не везде. Да и заказы далеко, долго ждать. Вот буду пробовать, если получится нагреть, попробовать развернуть вот так, где перед будет, где станет перед, а где перед станет назад. Тут потолще я стал, почти вообще выработки нету, спереди было. Так что может думать будет, может что-нибудь получится. Попробую такой вариант. А иначе ничего не сделаешь. Они очень толстые. Где-то склиз миллиметра три, наверное. Ой, сантиметра три. Его толщина. Он с пазом такой, он в паз заходит. Вот сюда вот. Сейчас я покажу. Паз тележки. Где-то высотой где-то миллиметров семь. Вот. В этот паз заходит. Вот. И крепится на 6 болтах М6. И вот здесь тоже так же. Снос такой же. В общем, вся нагрузка идет на заднюю ось, на заднюю тележку. И вот из этого у нас снизу это подвеса все стирается. Спереди мало. А зад весь стерся. Сезон еще и продолжается, сезон рыбалки, так хочется, так немножко не доездил. А на рыбалку очень хочется, вот буду пробовать переставлять их, поменять местами, перед-назад, развернуть, короче, их. Ну, не знаю, получится, не получится. Ну, будем думать, вот попробую, если... Покажу. Вот теперь будет это тут будет взяться, тут нагревать буду и переселить отверстие, попробую так поменять местами, может что и выйдет, хоть немножко, хоть сезон доездить, а потом летом уже буду думать, чуть времени больше будет. А так они ну примерно 450 километров пробежали, все. Спидометр у меня не работает, я по навигатору засекал все время. Примерно 450 километров. Вот такая штука. Ладно, будем думать. Что... Так, вот снял два болта. Средних они не вытаскиваются, они залиты там вместе с склизом, внутри залиты. Я их болгаркой срезаю, болгаркой. Все, теперь подгоняю. Вот я нагревал, погнал, изогнул немножко, форму другую сделал. Вот тут изогнул. Тут немножко вот в конце надо ножом сужать. Пластик вообще строгается, как пластилин, во. Вообще. Мягкий. Ну как же склизы такие-то, они долго не будут, конечно, ходить. Очень мягкий. Вот я подточил немножко, заузил под конус, чтобы в паз туда заходил, тут очень
Место узкое, вот сюда, чтобы заходило в паз. Вот сюда в паз, чтобы заходило. Вот не знаю, видно его, не видно. Вот сюда. Чтоб в паз заходило. Уже первое дело, паз не зашел, боулера вырвал. Сейчас вот подточу еще и вот нормально. Ну как-то так. Как-то надо выходить из положения. А то сезон заканчивается, хочется закончить нормально его. Поездить еще. Ну, строгается вообще, очень легко строгается. Вот. Вот теперь болт сюда вот вставляем. Вот так же подходит. Когда ставим. Вот, разворачиваем. Это у нас будет перец, а тут зад потолще. А здесь будет зад. Вот тут толщина больше. Раньше они вот так стояли, вот. Тут износ меньше идет, вот здесь меньше износ идет, вот в этом месте. Износ меньше идет впереди. А сзади как сидит, снегоходчик сидит, сзади, износ больше идет. Вот я их перевернул, и думаю, еще хватит, километров на 500 хватит проедить. О, тут толщина толстая. Ну как-то так, надо выходить из положения. Так что, если кому интересна информация, так можете делать так же. На один раз хватит перевернуть, еще походит, а потом уже новую покупать, если появится, или заказывать где-то в интернете. Может, уже они вот такой с проточкой идут, в паз, чтобы заходило. Вот в этот паз, чтобы заходило, вот его видно, вот в этот паз. Чтоб в паз заходило, короче, вот как-то так. Ну, не знаю, получится у меня это видео, не получится. Вот она сейчас вот тут вот, вот как стала. Вот ширина нормальная. А тут перец она вообще не трет вообще. Так, гладит почти. Там трения никакого перечера, камера выключилась. Ну как-то вот так. Как-то так будет. Сейчас я перец намечу. Просилю, вот тут еще погрею, чтобы ровно плоско стало еще. Погрею сейчас горелкой, чтобы прижалось. Это можно и не греть, так оно будет, если прижмется, сдавить можно вот так вот. Ну, чуть погрею. Ну, вот так, как-то так. Ну, вот, закончил вторую полосу. Буду сейчас устанавливать. Ну, и так тянулись нормально. Покажет при эксплуатации. Как говорится, мне кажется, держаться будут. Нагрузка с голодом назад идет, как раз сзади толстые, потолще стали позе. Так что еще походит. Вот перед тонкий, назад он толстый. Когда он нагрузка назад идет, так будет ходить. Ну вот собрал. Как-то так, завтра поеду проверять. Нормально получилось. Должно ходить.